Последнее время рэпер Канье Уэст совершает необъяснимые поступки. Недавно исполнитель начал писать в Твиттер странные сообщения, сравнивая себя с историческими личностями, и заявлял, что он самая влиятельная звезда современности. Затем дизайнер перешел на оскорбления, писал грубые сообщения бывшей девушке. Затем в своем микроблоге Уэст признался, что за ним числится многомиллионный долг, и попросил помощи у основателя Facebook Марка Цукерберга. Дизайнер рассказывал, что хочет сделать мир лучше, поэтому ему нужна крупная сумма денег. Канье успел наделать шума и на музыкальной церемонии Грэмми. Несмотря на то, что артист даже не был номинирован, его имя не сходило со страниц таблоидов из-за скандала с певицей Тейлор Свифт. Дело в том, что Канье заявил, что сделал эту стерву знаменитой. После грубого заявления поклонники Тейлор начали бойкотировать Канье, а брат певицы публично выкинул кроссовки из его последней коллекции. Супругу рэпера Ким Кардашьян, которая из-за странного поведения хотела показать Канье психиатру, впервые заступилась за возлюбленного. Теледива опубликовала на своем сайте сообщение, в котором призналась в любви мужу. «Я люблю моего мужа и ненавижу людей, которые не понимают, что Канье будет противостоять целому миру ради своего творчества и искусства. Послушайте еще раз, я люблю Канье. Также я хочу, чтобы все были такими же честными, как Канье. Смотрите новое видео Канье. Читайте его твиты», — написала Кардашьян. Своими высказываниями Ким развеяла слухи о разводе.